Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале Мои 6 соток. И вот сегодня я вышла на улицу для того, чтобы обработать свои орхидеи. Всем вам известно, кто смотрит мой канал, что моя коллекция орхидей, два подоконника, правда, заразились фузариозом. Фузариоз – это такое грибковое заболевание, которое я принесла, купив уценку, больную этим заболеванием. Быстро она заразила несколько экземпляров, которые, в свою очередь, начали заражать остальные экземпляры. Есть такой канал «Из жизни орхидей». Елена, спасибо вам большое за подсказку обработать фундазолом. Я, конечно, этот препарат давным-давно ищу. У нас в продаже его как-то не было. Но я нашла все-таки в одном из магазинов препарат фундазол. Это фунгицид, который применяется как раз-таки при этом заболевании. Во всех источниках я читала, что этот препарат разводится 1 грамм препарата на 1 литр воды. Но Елена разводит в другой консистенции, в которой она рассказала, что когда-то на сайте производителя она это и увидела. 1/3 чайной ложки на литр воды. Здесь у меня 2 литра воды. И, соответственно, я сделала, в общем, так, как разводит Елена. Почему я так сделала? Потому что орхидеи у меня очень-очень сильно вот эти запущены. Заболевание проникло настолько, что поразило полностью корневую шейку. Вот здесь у меня замачиваются орхидеи. На 20 минут нужно поместить в раствор. Вода должна быть теплой. Я использовала где-то 37 градусов. У меня температура воды была примерно, ну плюс еще на улице она подостыла, ну пусть там 30-32 градуса температура воды. Замачивала орхидеи. Не погружала полностью их, просто вот некоторые опустились, орхидейки. И у нас цель что? Напоить корешки, а от корешков, в принципе, растение все должно получить. Те орхидеи, которые имеют явные признаки фузариоза, их я замачивала на 20 минут. До этого они были обработаны и топазом, и максимом. Если вам интересно, вы можете посмотреть предыдущее видео, где я делала также обработки. Бытует мнение, что в препарате разведенном нужно одно растение замачивать, но вы сами видите, да, сколько у меня на столе. Это с двух подоконников я сняла орхидеи. Их много, и поэтому это займет у меня очень много времени. У меня маленькие дети, я, к сожалению, не могу посвятить все время орхидеям, и поэтому, как говорится, на быструю руку замачивала и делала все, что нужно. Значит, я в этом растворе часть орхидеи замочила, вот этих зараженных, конкретно зараженных. Дальше я еще приготовила раствор на 3 литра воды, соответственно, я взяла препараты для 3 литров воды и замачивала, ну, где-то минутки на 3-4 каждое растение. Кое-где я проливала, некоторые горшки у меня в ведерко не поместились, и не в этом ведре, а в другом делала. И вот эти все орхидеи таким образом я замочила. У всех этих орхидей имеются признаки фузариоза. А как выглядит фузариоз, вы тоже можете посмотреть на моем канале, плейлист «Орхидея фаленопсис». И последние видео как раз-таки полностью посвящены фузариозу. Это бордовое, малиновое вкрапление на листьях, листья желтеют, окантовка, кольцо малиновое на шейке корневой. В общем, у каждой орхидеи моей есть признаки того, что это заболевание у нее имеется. Еще вот орхидея, тоже одно из прошлых видео, да, у меня от орхидеи, от шикарной орхидеи, шикарные листья, шикарные корни и красивые цветоносы были. У нее остался один листик, на котором признаков фузариоза не было вообще. Вот, несколько дней. И вы видите, окантовка вот эта красная, это препарат Максим, я им обрабатывала. А вот это уже все, это
фузариоз, который Максим, к сожалению, не остановил. Топаз тоже. Теперь я надеюсь, что фундазол мне поможет. Фундазолом нужно обрабатывать где-то один раз в 2-3 недели. Следующую обработку я повторю где-то через пару недель. Все видео, все результаты я буду вам снимать, показывать, как чувствуют мои растения, но... Если честно, шансов, мне кажется, не очень много. Вот, кажется, и выглядят они очень хорошо, да, орхидеи. А толку от этого мало, потому что при фузариозе орхидея растит корни, она растит новые листья, она растит цветоносы, бутоны. Все, в принципе, она может дать. Но в корневой шейке развивается гниль, которая мгновенно поражает растение. Растение начинает потиху листья желтеть, и растение их сбрасывает. А потом просто корневая шейка загнивает. Если вам понравилось это видео, если я оказалась вам полезной, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо всем за просмотры. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.